следующий урок. Это ЮАР. Это не Атлантис. Это Южноафриканская Республика. Садись 2. Так. Собираем, друзья, на ремонт нашей школы. Дети, сдавайте деньги на шторы. Родительское собрание в субботу. Подходим, сдаем деньги на шторы. И по 500 долларов на мел не забываем. Нам сказали, что нам нужно делать так, чтобы дети не дрались. А для этого нам нужно ходить и их разнимать. А ну, Петя, с Васей не дерись и не бейте девочек портфелями по башне. И за косички не дергайте. За трусы можно, за косички нет. Так, нам, короче, нужно ходить восьмерочкой, чтобы ничего не приснилось. Если стошнит, можно вон пойти стошнить вон в ту горку. Теперь они еще и рыбка плавать. Зато далеко ходить не надо. Проснулся утром, у тебя питомец в ухо заплыл. Правда здорово? Мне кажется, да. Блин, я окна хочу заделать, там дует. Все, весь класс соплями, и мы наконец-то заделали окна. Ну, перед родительским собранием, а то придут родители и скажут, что у нас дети с соплями. А я им скажу, а сдавайте деньги на шторы, мы уже окна заделали. 8, правильно, садись 5. Так, топчутся. Это называется танцы-топ-танцы, друзья. Мы бегаем, смотрим на ребят, которые плохо топчутся, и забираем у них деньги из кармана, пока... Лера, классный я учитель, как ты думаешь? Меня скоро со школы выгонят или уволят, ребята, как вы думаете? Наверное, после родительского собрания сразу же. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Продолжаем играть за учителя в школе, всем привет! Привет, друзья! Всем канал! Ришка Плей! Ребята, мы продолжаем быть учителем в нашем балде и оценивать учеников и их контрольные работы. Конечно! Так, у вас есть три печенья, и кто-то съел... один съели, сколько осталось? Неправильно, свободен, ничего не осталось, он ответил, мы записали неправильно. 3/4 пиццы осталось, правильно, молодец, садись, 5. 9-4 будет 5, а не 6, мальчик Бэтмен свободен. Так, друзья, мы... в первом ошиблись. Друзья, мы ж не учители английского, правильно, мы английский знать не обязаны. Мы ж балди, мы ж математики. Так, голубая земля, Гренландия называется. Я думаю, что нет, она белая земля. Франция, нет, это Бразилия, это неправда. Дальше. Так, United States, предыдущий президент, Барак Обама, верно. Садись, 5, мальчик в шлеме, молодец. Друзья, поставили всем правильные оценки, двойки, пятерки, неважно, главное, чтобы мы оценивали правильно, тогда игра оценивает нас и дает нам денежки на то, чтобы мы покупали прибацанные наряды нашим ученикам. Так, девочка-водолаз, ребята, какие тут еще у нас есть костюмы, которые мы не пробовали? У нас класс очень веселый, в нем живут обезьянки, динозавры, драконы, водолазы. О, аквариум, блин, какой классный. Попробуем? Ребята, посмотрим за рекламу. Итак, дали нам с вами аквариум с рыбкой. О, как она там дышит, интересно, девочка. Дора, у тебя что-то этот, один глаз другой подозревает. Так, мальчик Шрек, мальчик Про. О, а почему ты без костюма? Ногти рассматриваешь? Водолазом будешь? Не бзди. Так, говорю, можно я не буду водолазом? Хорошо, будешь. Так, погнали, друзья, отправляемся на следующий урок. Давайте поменяем учителя. Мы были, играли за усатого бородатого Балди, а теперь мы будем... Так, кто это? Мисс Марпл или кто это такая? Миссис Клювдия? Я не знаю, какая-то женщина. Хорошо. У кого эта женщина похожа на директора или завуча, напишите нам в комментариях, друзья. Либо на учителя в классе. У нас следующий урок танцев, но мы его пропустим, потому что мы уже с вами танцевали. Сильный воздух называется не дождь, а ветер. Винт. Неправильно, садись 2. Так, кольца у Сатурна. Это верно, молодец, Шрек, садись 5. Это мальчик, ого ты какой страшный, я тебя боюсь постоянно. Так, что притягивается к земле? Пришельцы, не пришельцы, а гравитация. Садись 2, свободен. Так, друзья, у нас с вами уже сколько денег? Аж 120, и теперь, наверное, будет 240, да? Да, 240. Что мы можем на них купить? Ничего пока, собираем, друзья, на ремонт нашей школы. Дети, сдавайте деньги на шторы, родительское собрание в субботу. Подходим, сдаем деньги на шторы, и по 500 долларов на мел не забываем. Так, вулкан получился, друзья. Здесь нам нужно что? Синее, много розового, опять синее. Много. И будет у нас... Баба! Ой, господи, да не бойся, это же вулканчик всего лишь. Мы правильно налили? Пык! Садись, 5, молодец. Так, девочка-аквариум. Да. Наливаем. У нас, эта девочка у нас ей везет. Она у нас то в костюме водолаза, то в аквариуме живет. Короче, все с водой связано. Теперь у нее еще и рыбка плавает. Зато далеко ходить не надо. Проснулся утром, у тебя питомец в ухо заплыл. Правда здорово? Мне кажется, да. Так, мы все оценили правильно, друзья. И нам с вами дали. И 360 у нас теперь денег стало. Следующий урок. Что у нас будет, друзья? Так, может поремонтируем что-нибудь? Давай школу поделаем. Что мы можем? О, круто.
Ребята, вот это у нас срач на заднем дворе. Ты видела вообще? А что мы можем в классе поделать? Буковки повесить, цветочек вырастить. Так, а ну давай вот это. Так, буковки висят. Ну красиво же! Блин, все деньги просандалили! Как мы будем аквариумы покупать? Завершите слово. Fire. Огонь. Не так пишется. Через I. Свободен, садись 2. Так, продолжите. А, найдите глагол. Боб. Боб это не глагол в этом предложении. Свободен. Мальчик с головой. С маской. Соберите слово. Шарф. Скерф. Да, это шарф. Молодец, мальчик-динозавр. Можешь теперь носить шарф. Отлично, друзья. Всех правильно оценили. И отправляемся на следующий наш урок. А перемена будет, не знаете? А вообще, когда-нибудь каникулы будут у учителя в этой жизни? Сколько можно ребят оценивать? А ребята не устали? Одна в аквариуме плавает. О, смотрите, у нас прогулки на площадке. Ура, друзья! У нас плейграунд. Так. И нам сказали, что нам нужно делать так, чтобы дети не дрались. А для этого нам нужно ходить и их разнимать. А ну, Петя, с Васей не дерись и не бейте девочек портфелями по башне. И за косички не дергайте. За трусы можно, за косички нет. Так, нам, короче, нужно ходить восьмерочкой, чтобы ничего не приснилось. Если стошнит, можно вон пойти стошнить вон в ту горку. И на качельке не кататься, потому что голова закружится. Восклицательные знаки, ребята, нам дают деньги. И мы с вами собрали аж 200 денег. И мы за это можем с вами что? Купить учителю мороженое. Правильно, друзья. 500. И покататься на трамвае. 500. А, 500 дали? Так, следующий урок. Это ЮАР. Это не Атлантис. Это Южноафриканская Республика. Садись 2. Так, следующее, что у нас? США. США. Все правильно. USA. Садись 5. Молодец, мальчик в маске Бэтмена. Так, вот этот Вася меня постоянно пугает. Он как подойдет, вообще подкрадется. Ну, правильно, Италия. Чушь. 5. Молодец. Так, друзья, понасобирали у нас с вами теперь 620 денег. Мы рекламу не смотрим, потому что не любим этого делать. Следующий урок у нас будет какой? Наверное, ИЗО. Или технология. Или я не знаю что. География, геометрия, алгебра, химия, физика. Что будет? Нарисуйте машину. Яблоко написала обезьяна. Обезьяна, ну какое яблоко? Хоть бы банан уже написала. Свободно иди гуляй. Так. Картина, кто нарисовал? Пабло Пикассо. Потому что Том Круз это актер, он Макдональдс это хозяин Макдональда. Основатель. Нарисуйте две параллельные линии. Молодец, мальчик-водолаз. Садись, 5. Так. Одна все. Обезьянка грустная. Обезьянка, короче, тупая. Блин, зря мы ее обезьянку превратили. Слушайте, она вообще тупит. Дико, вообще по контрольной одни двойки. Так, закончите предложение. Слово цветочек, flower, правильно. Садись, 5. Закончите с S или с ES. Множественное число bus. Buses. S или ES. Не, не это 2. Надо было buses просто. А он прям и S, и ES написал. Я ж не английский вообще учитель. Так. Надо... Я не знаю, что это такое. Лера, ты что-нибудь понимаешь? Садись 5. Я не знаю, Лера. Угадали, друзья. Мы, друзья, учителя не английского, мы учителя математики, рисования, вулканчиков, химии, физики, но не английского. Так, о, у девочки рыбка, смотри, желтая стала. У нее, наверное, мальки родились. Погнали. То была красная, теперь желтая. Так, ты у нас будешь в очках. Тебе нравится? Шрек. Отлично. Так, мальчик, ты у нас про, ты у нас мальчик-водолаз. Вот их Бэси меня пугает постоянно. Это девочка-американский футболист и человек-обезьяна. И человек в аквариуме разглядывает ногти сквозь стекло. А там две рыбки, там и красная, и желтая. Ничего себе. Вот это крутяк. Вот это баба-папа. Вот это баба-баба-пароворот. Так, надо купить. Что еще купить? Давай купим вот это, что это такое? Короче, какая-то доска на стену. Надо окна заделать, у нас сквозняк задувать, у нас все окна побитые. Лера, собираем деньги на окна. Так, что это у нас, физкультура? Я не знаю, не будем пока. Так, кто ест хербиворы? Кто ест animal, которые едят только шоколад? Животные не едят шоколад, не выдумывают, Петя. Что на планете самое сильное? Любовь? Не любовь? Я поставил ему 5, а это казалось не любовь. Ухо! Это ухо! Молодец, мальчик! Садись, 5, то есть девочка в аквариуме. Да, второго мы не угадали, друзья. И заработали, к сожалению, меньше денежек. Но нас это не смущает, потому что в субботу родительское собрание, и нам родители придут, сдадут деньги на шторы. И по 500 долларов на мел. Так. О, яйцо совсем не разбилось. Прям в яичницу превратилось. Садись, 2. А у меня яйцо разбитое, скажите, пожалуйста, учитель. Разбитое, даже то, что ты ее скотчем залепил, это тебя не спасает. Даже пластырь. Мы оценили всех правильно, даже если они все криворукие. Отлично, нам дали с вами денежков.
И начинаем. Рыба, руки, рука, попа. Да? Ну такой вот у нас класс. У нас в классе обезьянки, водолазы, аквариумные рыбки. Так, построили баскетбольные площадки с кольцами. И что тут еще? А, деньги кончились. Европа, Азия, Африка. Верно, все правильно. Континенты так расположены. И части света тоже. Так, американская декларация о независимости. На всякий случай поставлю 2. Я не разбираюсь в этом, свободен. Так, на севере Соединенных Штатов, на юге Соединенных Штатов, Мексика. Правильно, на юге Соединенных Штатов граничит с Мексикой. Отлично. Мы угадали, даже тут прибацнутый вопрос. Лера, представляешь? Лера, классный я учитель, как ты думаешь? Меня скоро со школы выгонят или уволят, ребята, как вы думаете? Наверное, после родительского собрания сразу же. Так, что, родители, вы пришли? А, это опять дети перепугали меня. Так, цветочек, надо окна заделать, Лера. А у нас на окна денежков пока нету. Слушай, цветочки поставили, а в окна дует. Вот это я учитель, слушай, не на то деньги трачу. Пошли еще на площадке погуляемся. Поразнимаем драчунов. Так, и посарабатываем деньги. Нам, кстати, ребята, за эти левелы дают по 300 аж долларов. Если мы бегаем по площадке в позе укушенного в попу страуса. Смотрите, как быстро. Короче, детки вышли погулять в шлемах на площадке. Половина в шлемах, половина без шлемов. Не могу понять почему. Наверное, так драться удобнее, друзья, когда у тебя на голове шлем. Так, я вроде всех пособирал. И нам с вами дали сколько денег? 300, друзья. Хватит на покататься на троллейбусе. Так, погнали. И на мороженка. И починить школу. Или не починить школу. Пойдем что-нибудь, может, в классе сделаем. Или будем школу чинить, Лера. Пойдем нашей учительнице прическу новую купим. Или дядю возьмем вообще. Пусть дядя будет. Давно дяди не было. Так. О, видела, там скелета можно купить. Окна заделать. Есть окна заделать? Да, блин, я окна хочу заделать. Там дует. Все. Весь класс соплями. И мы, наконец-то, заделали окна. Ну, перед родительским собранием. А то придут родители и скажут, что у нас дети с соплями. А я им скажу, а сдавайте деньги на шторы. Мы уже окна заделали. 8, правильно, садись 5. Так, 1 плюс 5 будет 6, не 7. Свободен, мальчик, садись 2. Если А равно Б, Б равно С, то А равно С. Правильно, 5. Это правда, true. Так. И чего? И мы зарабатываем много денежков, потому что мы ни разу не ошиблись в оценках. А говорите, Балди фиговый учитель. Балди все класс, Лера. Он плохому не научит. Опять вулканы делаем. Сейчас как бабахнет, у нас не только стекла разлетятся с окон, еще и потолок проломается. Тихо, не пугай меня. Родители придут в субботу на родительское собрание. А мы тут вулканы взрываем, чтобы потолок весь заляпанный. Так, розовую, синюю и розовую. Девочка в очках, молодец, глаза нужно защищать. А то будет как с нашим мальчиком-водолазом. Он люк открыл, у него все в глаза влетело. Это... Был сюрприз. Голубое, розовое, голубое, розовое. Все, молодец. Девочка, аквариум, молодец. Рыбок не забывай кормить. Или они у тебя питаются там, чтобы носу в ушах найдут. Так, друзья. Ну, такое бывает. Не фу, Лера, не фу. Это нормальная школьная жизнь. Девочка, аквариум, мальчик, водолаз. Бэтмены, обезьянки. Медведи на велосипеде. А за ними эти, все деньги, блин, просандалили, пока стихи сочиняли. Так, сколько углов у звезды? 10, правильно, садись, 5. 5 наружных, 5 внутренних. Молодец, Петя. Так, мальчик американский футбол в шлеме. Чарли Чаплин, это был актер, а не игрок футбол. Это неправильно, это 2. Нарисуйте собаку, нарисовал 5. Свободен, 2 родителей в школу. Так, и мы с вами ответили, оценили все правильно. И что? И нам с вами дали денег. Да? Друзья, и мы теперь сможем апгрейдить нашу школу дальше. Так, танцульки. Не, танцульками надо позаниматься. Танцульки это круто, тем более в спортзале. Так, нам написали, двигайтесь восьмерочкой, и выкинули мы листик. Отлично, мы должны здесь. Как они топчутся. Это называется танцы-топтанцы, друзья. Мы бегаем, смотрим на ребят, которые плохо топчутся, и забираем у них деньги из кармана, пока они не видят. Чего не все в шлемах, ты не знаешь? Слушай, веселые такие. Уже вроде все, да? Всех пособирали. Заработали 200, сколько? 300. Лера, 300 долларов мы заработали на ремонт нашей школы. И на новые шторы. Потому что придут родители, и мы с них еще пособираем немножко денег, друзья. Вот такая вот у нас сегодня история. Прибас, симулятор учителя. Смотрите все новые видео на наших каналах Валеришка Макс, Валеришка Сим, Валеришка Плей, Валеришка Геймс. Везде новые серии, ссылочки в описании. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ведь мы все стараемся только для вас. Потому что вы нас кто? Самый лучший! Мы всех очень и очень любим. Всем пока-пока, друзья. Берегите школу и не сдавайте много денег на шторы.